Здравия вам, мои дорогие! С вами я, Елена Светлова. Хочу поговорить о состоянии одиночества в системе «Я не верю более в любовь». Меня обманули, я страдаю, мне плохо, и я не верю более в любовь. Девочки мои, я верю. Любовь – это прекрасно. Надо верить. Так вот, почему человек вступает в фазу отказа «я не верю в любовь»? Это система, когда проще обидеться на весь мир. Я обижена, я страдаю, я такая несчастная, такая, ну просто невозможно несчастная, пожалейте меня. Это те же самые синдромы отмены личности, и это те же самые синдромы, которые, собственно говоря, я вам описываю постоянно. Это синдромы, когда психологически и физиологически вы чувствуете себя несчастной до такой степени, брошенной, позабытой, вы не в силах что-то изменить. Но это же не так. Это же не так. Изменить. Ну, посмотрите вглубь себя. Я могу все изменить. Моя любовь во мне рождает любовь вовне. Это формула. Я люблю себя, и я люблю тебя. И мир любит меня. Я люблю себя, я люблю тебя. Я люблю себя внутри. Мое сердце источает любовь. Ты почувствуешь энергию, при которой ты соединишься с сердечной любовью. И твой пульс, и твой стиль поведения поменяется, и твои глазки засветятся, и твой ротик заулыбается, и ты почувствуешь, что ты действительно можешь источать любовь, ты можешь принимать любовь, и самое главное, ты можешь привлекать любовь. Давайте поговорим. Ты не веришь больше в любовь. Тебе сделали больно. Ну, девочка моя, тебе прививочку сделали, и тебе врач сделал больно, или медсестра, и ты на всю жизнь будешь обижаться на эту медсестру. Но пришел мужчина, он пришел со своим миром, он пришел со своим светом, он пришел со своей тьмой, он пришел со своим раздражением и сделал тебе больно. И что? Ну, не смешно ли тебе самой? Мне сделали больно. Ну, потри ты эту ранку, боже мой. Продезинфицируй ранку, потри синячок. Исцели себя. Зачем ты позволяешь своей душе болеть? Неужели тебе хочется болеть? Я тебя прошу, выздоравливай быстрее. Формула. Я абсолютно здорова. Я абсолютно спокойна. Я абсолютно чувствую всем сердцем любовь. Мое сердце стучит и бьется на волне любви. Я принимаю свет, я источаю свет. Посмотри, какое голубое небо, посмотри, какая красота. Не сиди дома, выходи, гуляй, наслаждайся жизнью. Возвращай в природу эту жизненную силу, и природа приумножит твою силу. Ты понимаешь это? Твоя природа приумножит твою силу. И самое главное, что твоя природа в тебе, она многоуровнева, она многогранна, она многоступенчата. Люблю тебя, Елена Светлова. Муа!